Я просто хочу... Все за один год. Вот представляете, за один год столько было сделано. Вот я вам покажу. О, видишь, здесь уже получились перила по газону. А это что, бронепояс или что-то, мина? Ну, тогда раствор остался, я его сделал. А что, его нельзя его поднять? Он лежал на газоне, я не знаю, то что-то катакомбы копали, что-то. А, короче, он как заминированный, понимаете? А вот смотрите, по газону не ходи. Вот какой хитрый такой мужик, такой тоже, видать, с Армении, смотрите, такой, глаза у меня такие, смотри, не ходите по газону. А здесь, видите, уже заросло виноградиком, и вот такие деревья, и уже не скажешь, что беседка, это сделано было там 2-3 месяца назад. Ну, вот такая открытая беседка. Я тоже фильм показывал, как ее сделать. Смотрите, какие сложные, красивые деревья. И все, вот и корои, и пропуски, и вон внизу корешки. И смотрите, какие старые бревенчатые такие балки. Смотрите, все выцарапанные, сухие. И смотрите, насколько сложные деревья с ветками. Они создают арки, и на них светильники. И вот тоже кто хочет летом посидеть под открытым небом, то есть вот такая беседка. Ну еще, видать, сил не хватает кафель постелить. Ну, а лавочки, видите, железные, с досками сделаны. То есть, ну, не вопрос. Он бревна построгали, лаком покрыли. Вот такая мини-беседка. И вот так она выглядит. Ну, есть много фильмов, как мы ее делали. Вот сейчас такой больше обзорный. Вот как Коля провел свое лето у бабушки. Вот он, а у него бабушка, он провел в ресторане. В армянском ресторане у Ариса. И вот получается, что вот так это все выглядит. А это он, смотрите, конык. Смотрите, представляете, конык, на нем все скакать любят. И очень им такая лошадка нравится. А там пойдем сейчас посмотрим. Вот что, смотрите, у нас еще есть. Глядите. У нас, ну, я им говорю, что вот это черепаху перенесли, и теоретически вся детская площадка уедет туда, в лес. Ну да, берегут, да. А здесь будут беседы. А, беседочку еще. А, вот посмотрите, как отсюда выглядит беседка. Смотрите, уже вот это за сезон такие выросли цветы, да? Ну, наверное. И вот смотрите, скалы и фонтанчики. Все это вот так все это брызгает, работает. И вот так это выглядит. Вон та беседочка далеко. Я вам хочу еще показать. Вот лавочка, как это, ленивец, как его по мультику? Кто такой-то? Ну, короче, это сид какой-то. Это что, ледниковый период или что? Ледниковый, видите, период, вот так он выглядит с когтями. А у нас еще, смотрите, есть громадная черепаха, которая тоже вот. Что, дети сейчас по ней лазят, да? Не видел еще. Что, не видел, да? Сделал дожди, ага. Все уже. Не прихожу. Вот смотрите, какая красивая черепаха с такими. Руками она везде, видите, раскинула. Это она улыбается. Глазки у нее такие. Ну вот, видите, какая. Ну это тоже коммерческий продукт. Ну черепаха несложная, быстро делается. И, ну, как бы людям понятная. Вот смотрите, сделали ей панцирь. Все, нарезали его. И вот уже черепаха. И покрасили там коричневое, зеленое, видите, вот. Смотрите, какая. А люди и фотографируются, и полазить по ней. То есть мы очень часто делаем черепахи на детских площадках. Ну вот, видите, что здесь еще можем показать. Смотрите, вот сюда надо коня будет какой-то, или ишака сделать, или верблюда. Задохлого ишака. А? Задохлого ишака. Ну, ишака надо, чтобы вот тоже гуляться. А вот это там он, видите, на колесах катается, он и деревянные такие. Вон всевозможные лавочки, которые раньше делались. И вот такой вот ежик, смотрите, ежик. Лавочка, ну это уже мои ученики делали, делал Николя. Ну, много других скульпторов, которые раньше работали. Ну, вот сейчас Коля прижился, будем говорить, в этом парке. Ну, сейчас вам покажем еще. Здесь сделал Коля оформление. Ты откроешь, да? А вот с этого началось, попросили каминчик сделать, а люди, которые приглашают Колю что-нибудь сделать, какой-то каминчик, то потом они уже не могут вырваться из плена, и Коля делает все. Вот смотрите, такой каминчик, вкусный, интересный, с птичкой. И представляете, глядите, вот такой арт-бетон, который стоит в помещении,
и прекрасно будем дружить вот и с любым оформлением. Ты знаешь, как вот это что-то, такую веревку, кто туда засунул? Она там все время была? Ну, кто-то нет. Они так делали на эскиз. Чик-чик-чик-чик-чик. Ты представляешь, будет еще веревку туда запихнуть. Ну, смотрите, телевизор, вот такая комнатка, и опять везде надо телевизор, смотрите, и что-то кушать. Мы привыкли много кушать. Смотрите, какие он светильнички красивые, вот. И там и кондиционер везде, можно кондиционер включить, натопить. И вот уже такой, будем говорить, интерьерный камин, барбекю, камин. Он электрический. Он, ну, да, он греет только. О, смотрите, как он работает. Увидите, у меня сразу же, смотрите, какая красота. То есть он, там даже градусы есть. Ну да, можно выставить. Смотрите, видите, какой камин. То есть, и смотрите, здесь у него есть... сколько чего включить, и чистенько он, и дизайн есть, ну, короче, все продумано для того, чтобы ты много кушал.